Всех приветствую. Салиматсы, Спадарнас Халай. Здравствуйте, как ваши дела? Хочу закуп снять на 50 тысяч, что сейчас очень сложно. Ничего не купишь. Сказать, что я в шоке от цен, ничего не сказать. Как у нас быстро растут цены и с чем это связано, я просто не знаю. Я в шоке. Это не купили ни овощей, ни фруктов. На 50 тысяч тенге закуп. Чисто так вот. Без овощей, без фруктов. Цены примерно я буду говорить, а остальное уже, короче, сами посмотрите. Это все, что купили вот на 50 тысяч. Давайте так, сейчас начну. Три обязательно берем. Упаковка 3, 200, помню. Стоит 200. 200. Там у меня бардак, закуп, не смотрите. Сардельки по 1400, что ли. Не знаю, килограмм, короче, взяли сарделек. Колбаса в этом отделе, где брала, значит, фри, сардельки и колбаса 4600 отдали. Вот за вот эти три позиции. В отделе, для, где сыр продают, за этот сыр отдали 4600. Вот, гауда сыр 4600. Кило 600 чем-то тоже. Так, в отделе, где крупы брали, молоко там же брали, крупы, значит, тоже отдали 4 с чем-то. Спагетти, что сейчас? А, вот, да. Сейчас покажу. Рис, гречка. Гречка не очень у нас едят, но взяла. Макароны. Вот это все. Мы отдали 4 с чем-то там в этом отделе. Угу. Вот вместе это молоко шло туда. Вот. Так, теперь что? Ну, в отделе для хлеба там это взяла булочки для хот-дога. Сделаю детям сегодня хот-доги. Пожарю, там головы мои не видно. Так, масло растительное 4300. Шедевр. Ой. Жуть, просто жуть. Так, это те же спагетти. Сюда положим. Салфетки. Ну, это мелочь, ладно, там, наверное, они по 100 тенге, думаю. 300-400 тенге. Там еще взяла влажные салфетки. Яйца по 550, что ли, отборные. Или 570, что-то такое. Вот и считайте. Два лотка. Ну, короче, закуп этот на 50 тысяч, как я уже сказала. Так, взяла мясо. Мясо вообще, за мясо отдали 7 тысяч, ничего при этом не взяв. Вот он, кусочек мяса. И обязательно, почему дают на довес косточку, не знаю. Вот, за мясо отдали 7 тысяч. Представьте, тут кушать нечего. Потом взяла гуляш. Сейчас смотрела, гуляш 2700 тоже, 2700, что тут, что, ничего практически нету. Вот он, гуляш. Так, мука 10 килограмм, первый сорт, 2600. Филе курицы в отделе, где брала целую курицу и филе курицы, тоже отдали 7 с копейками. Вот за вот это. Это одна курица и филе 3 килограмма 7000 с копейками. Что это? А, это я брала себе. Шоколад. Это мне нужно для тортов. Тортов. Красители взяла. Красители по 500 чем-то взяла. Красители. И взяла такую насадку. Отдала 1800. Мука 10 килограмм. В принципе, все. Заварку не брали. Ничего такого не брали. Вот два лотка яиц. Все. Ничего, ни рыбы. Ничего, 50 тысяч, как с куста. Вот такой сейчас закуп. Вот так сейчас все дорого. Все очень-очень дорого. Считайте, особого на 50 тысяч, прямо чтобы сказать, о, мы вот проживем и вот это каждый день будем менять меню и что-то делать, конечно же, нет. Вот что печально, очень печально. Много чего не купили, ни фруктов, ни овощей, как уже сказала.
На это тоже 1000. На 40 надо еще. Вот.